Верные люди сообщают, что приближается гроза. Не императрица Елизавета сочтены. Теперь у российского престола есть два наследника. Великий князь Петр Федорович. Мы завоюем весь мир. И великая княжна Екатерина Алексеевна. Здравствуйте, братцы! Россия не мешок с картошкой. Не всякая спина сдюжит. А то симпатии при дворе разделились. Есть люди, которые поддерживают Петра Федоровича. Петр последний из Романовых. Престол в наследии — это тебе не цацкие бирюльки. Но есть те, кто хочет посадить на русский трон маленького Павла. Я Апраксин Степан Федорович. При регенстве Екатерине Алексеевне. Наш скоро императрица будет. От императора. Казнить его. А Петр не император в любом случае. Это подарок моему другу Фридриху. Мой муж Петр любит врагов России. Это раз. Новую форму получили? Старую сжечь. Будет бунт. Бегом за мной! Бегом! Он не любит меня. Это два. Ты замышляла против меня. Если бы вы проявляли меньше интерес к фрейлинам, вы бы знали, что вины на мне нет. Вина ваша пока не доказана. Какой итог? Ему не быть императором. России не быть провинцией Пруссии, равно как и марионеткой в руках других любителей политических забав. Просто они еще этого не знают. Позвольте вам представить, граф Станислав Понятовский. Вы тоже хотите стать владыкой мира? Можете располагать мной, как заблагорассудится. Но ведь это очень опасно. Мне нужно от тебя лишь одно твое признание. Либо ты лжец, либо ты мой. Мы могли бы влиять на их отношения. Среди женщин не может быть дружбы, одно лишь соперничество. Это не дружба, это сделка. Только расчет. Иначе вы проиграете. Те, кто доверялись Бестужеву, уже сидят. Ты друзей своих предала. Ты и меня предашь. А теперь нас повесят. Здесь написано, что я являюсь законной женой императора и матерью наследника престола. А следовательно, могу занимать место согласно своему статусу и положению. Кто-то хочет меня поправить? Садитесь.